Бизнесу и не только помогают в подмосковных МФЦ. Там можно узнать о праве на бесплатный проезд, о льготных лекарствах, возможности получить путевку в санатории и другую положенную соцпомощь. При этом ответ гражданину дадут в день обращения. Срок оказания федеральной услуги по информированию граждан о социальной помощи от государства сокращен с 30 календарных дней до 1 рабочего дня. Все это стало возможно благодаря переходу с бумажного документооборота на электронное взаимодействие. Чтобы узнать о правах на социальную помощь, нужно прийти в МФЦ с паспортом. Сотрудник внесет в автоматизированную систему личные данные посетителя. Сгенерируется заявление. Подписанное заявителем обращение будет направляться в информационную систему Пенсионного фонда России. Результат можно будет получить в день обращения в офисе «Мои документы», либо в личном кабинете на региональном портале госуслуг. Услуга по информированию граждан предоставляется бесплатно.